признавайся, это ты съел мои сосиски? Нет! А ну, не ври! 5 штук съел моих сосисок! Это была мышь! Какая разница? Большая разница! А ну, повернись, когда я с тобой разговариваю! Кто здесь? Я исчезну, как Бэтмен, значит... Чё-то скользко! Холостой прыжок получился! Ты это, надеюсь, на камеру не снимаешь? Петушок, я не виновата, что люблю яичницу! Я сейчас тебе покажу, любишь ты яичницу! Сейчас я тебе такие яйца снесу! Кот, а ты не боишься упасть? Ты так на краю висишь! А я ты что, 100 раз так делаю? Мне так нравится, у меня супер баланс! Никогда не... Какой у тебя тапок интересный! Не смотри на мой тапок! Не смотри на мой тапок! Я сказал, убирайся отсюда! Убери ножки из твоего тапка! Не смотри, даже не дыши, не старайся! Какой спокойный сегодня! Да! Здрасте! Я тут шел, вот тут посижу... Упала. Бывает такое, сами падают вещи. Эй, козел, что ты обиделся то на меня? Это я козел, а ты будешь ворона! Давай, летай с дерева на дерево! Выпустите меня с клетки. А вот здесь проход! Вот здесь проход! Посмотри, ты вот... Слишком узко. Можешь с другой стороны попробовать. И... О, черт! Спина моя! Что ты делаешь? Гипнотизирую воду, чтобы вода сама ко мне в ротик попала. Пока безрезультатно. Батя, знаешь, как чихает дед? Ну как? Сейчас покажу. Фу-фу-фу! О, уточка сюда бежит! А, уточка! А ну, брысь от моего пруда! Я сказал, сейчас утоплю пруду! А, черт, будильник! Все, я встал! Я уже иду на работу, да! Я вызываю тебя на поединок, Мурзик! Достань от меня! Давай поединок! Вот так получай! Ага, ты принял поединок, теперь танцевальный батл! Давай, Мурзик, танцевальный батл! Давай, танцуй как я! Теперь твоя очередь, давай! Знаешь, Шарик, ты идиот. Ой, посмотрите, какое милое животное на дороге. Стрясни с дороги, я сказала. В сторонку босс идет. Чё? А, помогите, плавать не умею. Сейчас будет самая веселая игра, смотрите. Так, Шарик вылетает, Шарик, вон мой Шарик. А мы ложим сюда Шарик. И крутимся вверх, и... так. Ой, меня попало, еще раз покажу, не считайте. Крутимся три раза, дождем. Пах! И Шарик полетел, все, забираем его! И опять уложим так до бесконечности! Вы будете смотреть меня бесконечно долго! Крутимся! Самая веселая игра! Это после обеденной... сон! А не Шарик твой ловить! Хозяйка, что-то жарко! Я форточку приоткрою! Сейчас я ее приоткрою! Давай, поливай свои цветы! Чё ты смотришь? Поли их как следует! Дай мне твои лапки! Нету лапок у меня! Дай мне свои лапки! Нету лапок у меня! Беда полная, пошли за мной! Не знаю, как жить теперь! Идешь? Иди за мной, смотри! Беда полная, пусто, смотри, здесь пусто, вообще ничего нету! Ну чё пришел, согнись! Ну дай мне эту консерву! О, молодец! Никогда не думала, не гадала, что могу вот так вот сидеть! На попе смирно не двигаешь. Хозяин, я нашел новое место, где будем с тобой жить. А то жарко на улице, а здесь прохладно. Смотри, хозяин, залезай ко мне. Здесь и напитки холодные есть. Давай. Вот это хочу, вот эту, да. Дайте кто, ну что ты сидишь? Положи эту штуковину на место и подай мне вот эту баночку поближе ко мне. Можешь так аппетитно пахнуть? Ну подайте, а! А что это новый ковер? Что ты меня схватил за попу? Вы чё смеетесь, идиоты? Что ты меня... Какая аппетитная ножка! Чего ты так крутишь? Ну не буду я больше кусать тебя вот так!
все-таки это какое-то не молоко. Да заколебал это все. Бум, блин. Все. Буду здесь спать. Мурзик, пакетик! Я уже вырос из этого возраста с пакетами. Возьми мой пакет, понял? Теперь это мой пакет! Хозяйка, может, на кухоньку пойдем, а? Пойдем? Все, пойдем быстрее! Это не так произносится. Вот так! Кто со мною в магазин? Я с тобою в магазин! Ой, фу, чуть-чуть спел, вылюмал! Мой любимый пакет под селедочки! Теперь мы идем в Пятерочку купить себе покушать селедочки. Вот ты и попался! Судьбоносный день настал! Теперь я тебя съем, понял ты? Так, никого нету! Ха! Ой, не было! А, мышка, ты куда побежала? Я чуть тебя словил! Что это у меня зрение уже подводит? Надо к окулисту, наверное, сходить, чтоб очки выписал, что-то я не вижу. Бабушка, а твои внуки в школу не должны уже были уехать, а то я уже не выдерживаю. Хозяин, оп, ты куда идешь? Сейчас с тобой пойду, открой мне секрет, ты, наверное, жрать идешь к холодильнику. Я тренируюсь. А, тренируешься, чтоб жрать идти к холодильнику? Почему у верблюда два горба? Да стой, я не хочу это слушать! А я сейчас тебе расскажу одну старую притчу! А что это ты тут делаешь? А что, не видно? Ванну чищу! Во какая чистая! Сейчас дочищу еще. Ой, как хорошо, никого нету, кота нету, можно спокойно поесть. Главное, тихо. Че, жрёшь без меня, да? Лайфхак, спусть по лестнице! Опа! Аливидарчик! Что ты делаешь? Я, хозяйка, арбуз берегу. Вот последний арбуз. Зима настанет, а я его потом продам в 10 раз дороже. О, бизнес такой придумал. Ай, да что такое? Хозяйка, ты что? Салом стол намазала, скользкий. Что это за коробка такая? Что? Вот ты и попался. Теперь я затащу тебя на дно коробки. Помогите! А, что это плавает такое? Пенка какая-то. Надо аккуратно снять пенку. О, а теперь правильно. Хозяйка, иди пей свою бурду. Где мои бубенцы? Тетка, слышь, да отдай бубенцы мне, говорю, пришли обратно. Куда дверь закрываешь? Я тебе слово говорю, отдай. Кто первый пришел, тот и захнул. Так что расслабьтесь, ребята, сегодня я здесь король. Ну-ка идите по своим делам. Осень прошла, кролики повылазили. О, какие хорошие кролики. Мягенькие такие, вкусные. То есть эти грустные. Я сейчас придам настроение всем. О, какой кролик, да? Откуда они повылазили? С лесу, что ли? С осенью приходят к нам. О, ну это в принципе хорошо, что не медведи. Во, интересно, покупал кота, а выросло вот это. Что ты сказал? Что вот это? Я и есть кот самый настоящий. На паркете я лежу, колбасу весь день хочу. Хозяин, что ты делаешь там, а? Я книжку читаю, вот умную книжку надо почитать мне. Ты что хочешь, чтобы тебя там голова взорвалась, что меня кормить будет? Давай хвост еще. Наконец-то. Теперь спинку хватит, вот теперь спинку. Все блохи вымрут. О голове еще не забудь. А способ хороший. О, наконец-то я забрался по этой лестнице. Еще. Шарик, у нас ЧП. Рыба откинула. Шарик, смотри. Ах ты, точно, две должно быть. Сейчас, подожди. Приступи сейчас. Спасательная экспедиция Шарика. О. Шрэмп! Чего? Я говорю, вазон поправляй! Hey. Я говорю, вазон поправляй! Шрэмп! Криво стоял! Stop а that. Я уже почти по бою! Еще последний! Эй, мужик, кепки! Двигай со мной! Направо ручку взял! Налево ручку взял! Давай! Гимнастика от краба! Полезная гимнастика! Будешь закаляться! Давай! Право! Правильно! Будешь закаляться, будешь как краб! Такой же маленький и худенький! Хозяйка, кот твой умный! Сауну сделали! Теперь, пожалуйста, на единичку поставь парку, поддай, а? О, посмотрите, какая влюбленная пара у нас! О, как... Слушай, давай в братки поиграем! Ха-ха-ха, я сейчас буду прятаться, а ты...
мне будешь искать, давай, хопа! Не-не-не-не, лучше вот тут за, не-не-не, лучше все-таки в кустах! Не, в кустах неинтересно! Погуси! Что за погуси? Погуи! Покрути! Погусил языка! Я вот все думаю, с утра было у меня 5 сосисок. Я им только нюхнул, стала одна сосиска. Это что, я так нюхаю, что ли? Хозяин, смотри, коврик себе делаю! О, приду, разложу, подстелю, буду на нем спать! Я умный собака! Гэндальф, нет! Держись, держись! Быстрее, держись, я тебе помогу! Бегите, глупцы! Happy birthday! Хватит уже одну и ту же песню петь, дай коту покушать! Шарик, расслабься, медитируй, как я! Не могу, не могу расслабиться, и все время мне снится, что я езжу на велосипеде, не могу доехать! Вот посмотрите, шапочку для души сегодня купил, такая модненькая, беленькая. Каждый раз буду одевать, волосики не замачивать, красивая, да? Ты что, там нервничаешь? Нет, я спокоен, я совершенно спокоен. Это хорошо, что ты спокоен, а то я всю твою еду съел уже. Шарик, что ты делаешь? Я не шарик, я цветок, это черная фиалка, что не видно? А, у тебя тут ля западает, а. И ми-ми-ми-минор, ми-минор, ля-и-ми, ля-и-ми, ля-и-ми-минор не берется, ремонтировать надо, что смотришь? Задолбал уже все, что я не понял, и ты меня задолбал уже, тебе скажу, ты чё, вообще? Боюсь отходить, вдруг пить захочется, а так напился, но если отойду, вдруг-то пить захочется, а? Эх, скукота, аж на сон клонит. Надо чем-то серьезным заниматься. Вот что-нибудь такое существенное сделать, такое, чтобы... Ох, ох, вот это я понимаю, это уже интересно. А про что это я говорил? На дачу картошку купать, не-не, лучше идти в школу. Не-не, лучше на дачу картошку купать, лучше в школу. Ай, ай, спина болит, лучше все-таки картошку, нет, школа. Я извиняюсь, 27Б, не 27Б, ой, извиняюсь. А, вот 27Б, по центру. О, не увидел сразу, о, хорошее место. Эй, стюардесса, а можно мне молочка налить? Так, это видео для хозяек, у кого есть котики, запоминайте. Вот так, надо разминать лапки котику каждый день, вечером, перед сном, запомнили? Опа, опа, чё, хозяин, смотришь, а? Это магия вне Хогвартса, понял? Оп, оп, хорошая вещь, правда? Царь Шарик почивать желает! Успокойся, я сказал. Ну что, все? Успокоился, все твои понты закончились, и что ты будешь делать? Хватит забираться на мой стол, понял? Стол для кота, я тут сижу, а ты внизу, ты понял меня? А что это вы тут делаете? Я массаж морды ему делаю. Кстати, хозяйка, а когда мы его уже продадим? Мы его не будем продавать, он с нами будет жить всегда. В смысле? Вот это сюрприз! Давай, качай теперь тудой-сюдой вместо качель! Отказался устанавливать дома качели, теперь будешь качать меня! О, посмотри, макаронинка вкусная! Дай зацени... Дай-дай... А, макаронинка на зуб застряла, чтоб она укакалась, твоя мака... А жизнь хозяйкой, моя жизнь сломалась, как и я, когда я съел последнюю сосиску! Мора волнуется раз, мора волнуется два! Оба! А давай еще как с другой стороны, давай! Мора волнуется раз, мора волнуется два! О, круто, давай еще мора! Постой, у нас сейчас акция проходит, да постой, сыр за полцены! Знаю я твой несвежий сыр за полцены, отстань! Нет, серьезно, сыр за полцены, эй, стой! Отвали, не хочу я твой сыр есть, что ты пристал! Ну что, есть там сосиски? Какие сосиски? Одна паста в этой ванне! Замять! Что? Что-то я не понял. Что ты не понял? Ну-ка, дай-то маршрутка приедет. А, о, 53-ка! А, нет, 50, не 53-ка, это 52-ка. Где моя 53-ка? Сейчас я вам покажу, как я занимаюсь гантелями. Вот так я занимаюсь. А я сейчас покажу, как все это вырубить. Вот кажется, что ты уже утром вышел со своей будки, ну, наполовину. И все-таки ты не доспал и спишь наполовину. А ну твоя, ты кто, а? Я ж Бошкин тут живу уже 3 года. Точно, вот когда не поем с утра, память куда-то деется.
Что делаешь? Лежу. А можно я с тобой полежу? Ложи. Оба! Что, места больше нету другого, а? Идиот. Все, я на день рождения Блошкину. Оба! И поздно буду, вечером все, подарок взял, значит, торт мне обеспечен. Ну, Блошкин, жди. Сейчас я тебе, как говорится, хотел тигра, будет тигр. Личико будет хорошее, красивое. Видишь, хозяйка, тебе даже в салон не нужно ходить. Все прыщи твои выдавлю. Будешь у меня наша дворовая красавица. Шарик, а где наш кот? Не знаю. Где кот, ты его видел? Да тут-то я! Ну вот он лежит, ничего с ним не случилось. Все случилось, ты мне все бочки отдавил. Я есть уже хочу, на кухню. Хе-хе, он даже не догадывается. Не догадывается. На, это я! Ха-ха, главное уйти красиво, понял? А? Кто это такой-то? Знакомое лицо, не могу вспомнить. Кто ты такой, а? А, вспомнил! Он же каждый раз мне корм сыпет. Ну, нормальный мужик, хороший такой. Отведай ты теперь с моей тарелки. Вкусно тебе? О, вкусно, неплохо. Теперь ты покушай. Неплохая еда сегодня нынче. Теперь твоя очередь. Спасибо, сэр. Беда, беда, бухгалтеры не сходятся совсем. Совсем. Одна сосиска куда-то пропала. Что же мне делать? Я из них, кто последний? Там спроси. Он там за мной, я второй уже целый день стою. Одно окно, черт его, бери. О, сейчас фильм посмотрю, поем под фильмиста. Тут, а, ёбарь, что ты под руку лаешь, а? Главное, что есть у меня рыбка моя. С вами стилист по ёлкам, и я знаю, как украшать ёлки. Вот эта фигня здесь не подходит. Так, вроде нормально, всё, справился. С вас это 3 килограмма котлет. Опа. Ну вот, Шарик, тебя постирали. Теперь ты будешь чистый, душистый. И блох у тебя не будет. Да, теперь я чистый, душистый. И блохи у меня чистые и душистые. Главное, Мурзика не допустить к этой елке. А то он такое устроит, как в прошлом году. Но главное, его здесь нету. На, нос закапай. Хотя, заложенным носом ты смешно разговариваешь. Все, пока батя спит, надо поиграть за приставкой. Надо аккуратно подойти, не тревожить его сон. И спокойно поиграем за приставкой. Так, аккуратненько. Куда пошел? А ну, а уроки сделал, а? Да нам ничего не задали. Все вы так говорите, не задали. Сейчас проверю, посмотрим, что ты там делал. Ой, посмотрите на него. Тебе нормально там здесь, слышишь? Конечно, нормально. Садись ко мне, сейчас сериальчик посмотрим. А я тут шел мимо, дай думаю, зайду, бумагу поем. А когда рогатая за кишкой снова бежит? Ай, кишку догонит, когда рогатая. Куда кишка убегает? Ай, иди сюда. А тут коза опять снова. Ай, кишку догонит, западает. Хозяин, чтоб я так больше не барабанил, оставляй мне ключи. О чем это я? А я стучу, никто не открывает. Ну и что мне было делать? Ну я решил зайти по-своему, конечно, экстравагантно. Кстати, а можно мне запасной ключ от двери? Ну хватит барабанить. Слушай, хозяин, ну хватит барабанить. Барабанить. Что ты там делаешь? Обманываешь, барабанишь. Работаешь, говоришь? Ты что, барабанщиком устроился? Барабанит вечно. Ну как, нормальные штаны подошли? Ну покажи, как на тебе. Я еще не одел, подожди. Последний рулон бумаги, напоминаю, просто последний. Вот сколько можно ждать? Вот сколько вот... А, вот такси, подъехало уже. Все, поехали, давай до холодильника меня мчить, такси. О, наконец-то, приехали. Ну как, рассказывай, как оно, вкусно? Да нет, ужасная горка, противно. Еда с ароматом копченой рыбки. Тебе не понравится, подожди, доем. Что ты там делаешь? Я сейчас лампочку заменю и все. Сейчас я аккурат. Какая вкусная водка. В смысле водка? Ты что, идиот? Отстань, дай эксперту попробовать. Сейчас, подождите. Это же вода, обманули. Пора устроить
все мерзопакостные прикольчики!